Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Стал читать комментарии и смотрю, что пишут. Рэй, ты ошибся видосом, типа это уже был видосик. Я захожу, действительно, 17-й видосик повторился под номером 18. Думаю, ё-моё, да как же так, перепутал. Захожу к себе на жесткий, где у меня, естественно, лежат записанные игры. И получается, что я удалил тот видосик. У них одинаковое абсолютно название, ребята, было просто разграничение цифрка 1 и цифрка 2. И я удалил тот видосик, где я проходил со 180 до 190 уровня. Представляете? И выложил повтор. Это, конечно, мой косяк. Ребята, и самое главное, что я теперь не смогу показать, как здесь я парился. Потому что по названию, ну, по крайней мере, 18 серии, там видно, да? Что я просто здесь угорал. Меня разносили в пух и прах. Я думаю, что до 200-й миссии меня также будут здесь рвать. Так что, ребятушки, надеюсь, на этот раз все пройдет без косяков. Будем приступать. Так, у нас здесь, ё-моё, команда бегунов. Ты смотри, опять эта пиратка здесь 10 вор... Мне не дают поменять ее. Брега. Ну вот что ты мне прикажешь здесь сделать? Я со 180 до 190, ребят, пока добирался вот с этими охламонами, тут дрался, и опять они. Ну что вот здесь вот? Пиратка в любом случае здесь нужна. Молнии плюс яд. Не знаю, вот это неистовство. Ладно, давай посмотрим. Я тебе скажу сразу, меня здесь сейчас просто будут разбирать. Причем на изи. Будут бегуны. Бегуны он отправит вместе с пираткой. И я даже не знаю. Тут нужен, по идее, стрелок, но у него еще есть яд. Мне не получится, ребята, где-то там отстоять. Давай так вот проверим. А, я брал пламя, все, я вспомнил. Я вспомнил, друзья мои, мне надо будет, наверное, брать пламя, скорее всего. Ну, здесь-то понятно. Да ну. Нет, здесь без вариантов, ребята. Здесь без вариантов, здесь надо что-то другое придумать. Против пиратки. Давай посмотрим. Она у нас быстрая, да? Ее надо контрить, также контрить этих малышей. Молнию оставляем, пиратку оставляем. Этого оставляем. Вот вместо ярости можно что-нибудь, мне кажется, взять другое. Например, грома. Гром. И возьмем с тобой, наверное, огонь. Огонь вместо молнии. Ты спросишь, зачем огонь? Потому что огонь в данный момент может уничтожить пиратку. Причем сразу же. И если мне память не изменяет, сейчас я покажу тебе ту самую комбинацию, которая у меня была. То есть выставляем, вначале выбегает у нас кто? Блин, Спартакус не должен быть. Уже поздно, смотри. Так, поджарили, да? Дальше, выпускаем этого. Он, по идее, должен подбить, ребят. В плане? Так, теперь, он сейчас вызовет пиратку, естественно. Окей. Такс, погоди секунду, что-то немножко не то. Стоп, не так должно было быть все. Ой, друзья мои, совсем не так. Он же опять пиратку вызвал, да? Давай, гром. Да ну! Ты серьезно сейчас? О, ребята. Гром, вот эта вот охламонка, почему она не дуплилась? Скажи-ка мне на милость. Потому что я поженичал молнию. У меня молния же есть? Блин, да офигеть, это сколько же я буду тут пыхтеть проходить? Молния есть, почему я ее не заюзал? Вовремя причем. Он еще не использовал свой яд, об этом не забывай. Так, давай попробуем. Блин, ну по-моему не так у меня все было. Че-то не то. Так, пиратка. Вот, сейчас. Вот что-то типа того должно было быть.
Так, секунду, секунду, секунду. Спартакус. Сейчас 100% вызовет опять пиратку. Угу. Да что ты стоишь, что там? Блин, отравление еще это дурацкое повесилось на нас. Вот бесит. Ну, теперь-то все, теперь-то мы, конечно, тут уже запинаем. И заметь, сейчас, скорее всего, опять же, этот будет оппонент. Так, что у нас тут? 47 монет. Так, это понятно, 20 опыта. Скорпион. Фея. Металлолом. Так, Локи. И электропушка. Вторая миссия. Нет, смотри-ка, поменялось немножко. Тут вообще, друзья мои, скоростная команда абсолютно вся. Прикинь. Ёк-макарёк. Это мне как тут надо будет? Пиратка плюс... Даже не знаю. Опа, 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 опа. Подрывничок, все дела. В плане. Не так все должно было быть, друзья. Не так. Эй, пламя, 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 говорю. Да он же отравится. Ты прикинь? Вот это да. Друзья, это трэш. Потому что, знаешь что, не справляется пиратка. А не справляется она там с одним из пугал огородных, который бежит. По-моему, это механик, да? Нет, не механик, это кто? Или Квек, или кто-то из них. В общем, тут пламя-то не нужно. Кстати, почему я его до сих пор держу? Пламя здесь надо убрать. Оно против пиратки нужно. Здесь, скорее всего, больше пригодится, наверное, вот так. Или даже вот так. Скорее всего, что у нас? А, у нас же еще сундук созрел. Давай-ка мы его откроем. Так, монеты. С. Охотница и механик. Кстати, механика можем прокачать. Так, открываем следующий. Ну что, попробуем с тобой вот такую вот команду. Попробую сейчас вызвать вначале... Нет, не пиратку. Может быть, нам вот так сделать? Они бегут практически одинаковые. Ну, замечательно. Теперь сделать вот так. Ага. Так, слушай, подожди, 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 подожди. Нормуль. Так, траванули мне Спартакуса, ну ничего страшного. Ну, в принципе, все, тут уже мы его прижучили, тут ничего ему не поможет. Пиратка начинает стрелять, все. Здесь быстро мы сделали, но опять же, повторяю, ребят, нужно корректировать колоды. На одной, как говорится, ты все равно все здесь не пройдешь. Гром. Так, я хочу грома прокачать. Ух ты, С. Нифига себе, ребята, Эза можем прокачать, прикинь. 193-я миссия. Так, это тебе не кажется, что это уже идет повтор? Только что мы дрались вот с этой командой. Блин, теперь надо опять, значит, переставлять. Вместо яда брать пламя. По-моему, так, да? И теперь... Что у нас там? Я уже забыл, первым кого выпускаем. Спартакуса, потом... А, нет, лыжи. Твою налево забыл. Или Скорпиона вначале выпускаем. Забыл, ребята! Вначале мы уничтожаем пиратку. Вспомнил. Теперь идет Спартакус. После Спартакуса идет пиратка. Подожди, чё? Твою налево... Как-то... Как это получилось? Нет, 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 нет. Да иди ты. Паршивка несчастная. Срочно, Спартакус, выбегай. Ты должен прикрыть. Успеет ли он прикрыть?
Ну! Твою налево, он использовал яд. Все, мне здесь больше сделать нечего. Заколбасит сейчас, ребят. Да, тут он использовал яд. В тот раз он его не юзал. Блин, ну ты прикинь, 10 уровня. Вот как здесь можно вообще играть против 10 уровня? Я имею в виду именно пиратки. Это не шуточки. Ладно, сейчас, значит, первым пламя. Сразу же юзаем. Убегает Спартакус. Следом пиратка. Да почему ты, блин, не можешь его завалить? Да что ж ты... Давай. Сразу двоих. Окей. Пускай будет так. Гром. Не отравил. Нормально. Так, теперь пускай идет Спартакус, бежит. Ой-ой-ой-ой. Ну, бросай свою фиговину. Да брось ты бочку свою. Отлично. Фиг с ним, что-то тебя подбили. Отравление, это, конечно, фигово. Причем, блин, отравление на двоих уже действует, а? Да как он двоих? Практически на всех. Смотри, что творит, а? Пиратка. Ну, блин. Ну, началось, а? Вот этот, конечно, очень мощный чувак. Видишь, этот мелкий хлыщ. Его не так легко взять. Пиратка такой, его можно нормально контрить. Блин, тут отравили. Че, я смотрю, яд у него закончился, все. Больше ничего сделать не может. Фу, опять это брега. Да. Кстати, когда мы проходили со 180 до 190, та же самая фигня. Повторялись бойцы. Квик, фея и паладин. Кстати, деньги надо увеличить. Так, ну что, друзья мои, 194-я миссия. Твою налево, теперь здесь надо менять. Так они и будут, что ли, чередовать то одну, то другую. Так, давай, наверное, сделаем с тобой вот здесь то же самое. Так, пиратка. Вместо стрелка мы с тобой возьмем... Так, вторая колонна, да? Вот здесь поменяем. Так, возьмем с тобой молнию. Так, пиратка, пиратки здесь нет. Уберем пиратку. Яд. Так, не хватает всего лишь 11 карточек. Мы с тобой прокачаем его до 18 ступени. Черт, я забыл, а кто у нас там? Молния, пламя. А, сюда нужно поставить все, понял, Спартакуса. Вот так вот. Не будем просто, а то бесит, туда-сюда прыгаем. Значит, против мелкашей вот эта команда у нас заходит, да? Сейчас они все бегут быренько. Поэтому, наверное, я не знаю, пиратка здесь. О, нет, не пиратка. Траванул гаденыш, ладно, фиг с ним. Ага. Квек. Ну, пока все идет хорошо. Да, в принципе, ему крышка. Быстренько тут распинали его. Халявные награды. Так, 50 монет. Опыт. Дальше что у нас тут идет? Некро. Моряк Морган и Воин Тени. Эпический. Двигаемся дальше. 195-я миссия. Да вы заколебали, а ну серьезно. Так и будут менять одного, другого, да? Ладно. Так, я уже забыл, кого здесь в первую-то очередь. Твою налево, я забыл. По-моему, ой, какой скорпион? Че я делаю? Пламя же, блин. Конечно же, пламя должно было быть. Ёпарсеты, ладно, фиг с ним. Может, он так и лучше, кто его знает. Хотя, какой он там лучше? Оно не может быть там лучше.
А кто? Что сейчас произошло, ребят? Я не понял, почему. Что-то вообще все не то, как надо сделал, блин. Молнию нужно было придержать для этой хламонки же. Естественно, там же, когда она выходит, вот, для нее. А я все не то сделал. И пламя надо было выпускать на пиратку. Все не то делаем. Так, погнали. Дальше-то что, я уже забыл? Так, по-моему, да, делается? По-моему, так, да? Потом, что мы с тобой делаем? Блин, я забыл. Молнию, что ли, вроде бы? Да, молнию. В плане, блин. Не так все. Нет, или все так, но почему-то немножко поменялось. Что тут у нас еще выпало? Что там получить? Используй заклинание 20 раз. Ясно. Менять? Ты смотри, они меняют либо мне ту команду, либо эту. Но мне вот с этой, кстати, попроще будет драться. Да? Да. Так, попроще будет драться. Что мы здесь с тобой берем? Грома, наверное, сразу же, да? Тыч. Так, здесь едок сразу выпустим. Да ты бросай ты. Ага. Не добежал. Так, естественно, пиратка. Так, после пиратки что нам с тобой надо вызывать? Молнию, наверное. Пускай будет молния, фиг с ним. Ну и все, тут, в принципе, ребята, шансов у них нету. Просто прессинг начинается. Жалко, конечно, что не меняются у нас команды. Опыт. Так, выжигатель. Охотница и Сарашип. 196-я. Ох ты, неужели поменялось? Это у нас полутье, какое-то полутье. Так, друзья мои, вот здесь уже надо, наверное, брать стрелок. А, у него есть пламя. Я, если честно, даже как-то немножко в ступоре. Как тут быть? У него есть пламя. То есть мой стрелок этот, естественно, будет в зоне риска, потому что он будет жарить. А без него тоже нам никак здесь не быть. Попробуем так вначале сделать. Выпустим грома. Все, я, кажется, вспомнил, что надо было сделать в первую очередь. Выпускать, конечно же, нашего скорпиона. Так, это... Ух! Нифига! Я, если честно, не думал, что она настолько сильна. Ё-моё! Друзья, переигрываем. Чё с мышкой стало? Чё за лаги, я не пойму. Мышка что-то не работает. Слушай, погоди, а как же надо... Я с такой командой уже дрался. Стрелок. По-моему, здесь гром вообще не нужен. Молния так точно здесь не нужна. Так, третья колода. Ладно, давай смотреть. Все, я вспомнил, кажется. Здесь нам нужен будет, короче, смотри. Где он тут у меня? Здесь нужен вот этот парень. Так, вместо молнии у нас пойдет. Кто у нас вместо молнии пойдет? Кто же вместо молнии-то, ё-моё. Вот не помню хоть убей, а кто у нас вместо молнии? Как же я подбивал эту чувиху? По-моему, с помощью стрелка. А, все, вспомнил. Нам нужен будет S. Так, его, кстати, прокачиваем. 16 уровень. S. И, наверное... Наверное, вот так. Точно, друзья мои, не помню, но давай попробуем такой командой.
Так, вот этот вот бесевый, он будет меня, естественно, в ступор вводить. Погнали. Так, отравили, да? Отравили. Так, она тоже отравлена. Блин, яд! Яд надо брать было. Ё-моё, вспомнил я. Вспомнил, друзья мои. Ну, чё-то поздно я вспомнил. Слушай, ну мы обезьяны вроде бы, да? Неплохо, сейчас вжариваем, смотри. Да. Но я вспомнил, что нам вместо ярости нужен был яд. Так, монетки, опыт. Тут у нас алхимик выпадает. Выжигатель, плюс сарашип. Двойной кинжал, болотный корень и избалованный принц. Избалованный принц такой, с двумя зубами. Так, 197-я миссия. Ёк-макарёк, еще не легче. Можно поменять? Это ж, по-моему, только что было. У них все, у них закончились, ребята, наверное, эти колоды, или как их назвать. Так, побежал С первым, а дальше пушкарь. Дальше пушкарь. Слушай, мы можем сейчас, знаешь, что сделать с тобой? Вот так вот. Интересно, будет он применять пламя? О, так даже еще круче получается. Хотя... сейчас посмотрим. Ау, на тебе, псина. Ну тут вообще крутенько мы его запинали. Слушай, даже можно было без яда справиться, оказывается. Ну, как говорится, все, как говорится, эти колоды хороши. 198-я. Так, смотри, здесь немножко по-другому все. Здесь пиратка есть. А если поменять? Опачки. Пиратка, заморозка, ярость. Ё-моё. Плюс это с ускорением со своим. Слушай-ка, здесь фигово все. Может быть, вот эту попробовать команду, а? Друзья, я не уверен, конечно, но давай рискнем. С у него С 20 уровня, да? Пиратка у него 9 уровня. То есть делай выводы. Так, пиратка, давай, бомби. Ой, пиратка. Ты понял. Так. Ты будешь стрелять сегодня? Порещи-то как-то. Он как бы старается, если честно. Что это сейчас было? Харе. Прикинь, и я ничего не могу сделать. Вот и все. Вот и приплыли. Вот и приплыли. Значит, здесь стрелок не нужен. Это однозначно. Давай попробуем поменять вот эту вот колоду. Ну что такое грута? Грута — это фигня, ребята. Она, в принципе, от удара. Давай сделаем так. Плюс молния. Ты же погибнешь, дурачок. Ты непутевый. Замешкался. Пока думал, что он делает, да вот ничего. Сфейлились, вот что. Молния. Ну, молния же не подбивает нам пиратку 9 уровня. Она 10 не подбивает. И... давай так вот сделаем. А здесь вот так. Тьфу ты. Хотя, подожди. Не есть хорошо все равно, ребята. Как-то не очень круто. 4 уровня. Да блин, он не может подбить. Молния не может подбить пиратку. Вот это вот хорошо, но я не могу использовать, успеть, по крайней мере, призывать. У него еще заморозки-то противные. Нафига я здесь вот отправляю в первую очередь этого? Я не понимаю вот этого вот.
Он бомбит, да. И вот сейчас вот начинается самое паршивое. Он будет бомбить эту статую. Круто. Под ускорением он еще эту ярость врубает. А что если нам с тобой вместо стрелка взять яд? Ведь все равно стрелка не успеваю юзать, верно? Верно. А яд и яд, в принципе, можно успеть. Причем на самом начале. Эх, тут попробуем с тобой расплескать. Да, смотри-ка, вроде бы довольно неплохо получается. Так, теперь выпустим нашего скорпиончика. Плюс ярости придадим. Ярости-то придал, блин. Так, минус Грута. Кто там у него? А, понял. Опа. Так, отдуплись нафиг. Вы, родные мои, погнали, погнали, погнали. Что есть мощи. Ну что, Фури, все? Дофуркался? Еще яд сюда близ. Даже не понадобился. Вот столько попыток, друзья мои, приходится потратить, чтобы... Так, 55 гемов. И квек. Ну что, остается там, по-моему, два уровня. 199-й. Ага. Так, ну здесь нужен стрелок. Возвращаем его. Где он? Стрелка вместо ярости, наверное, мы с тобой поставим, скорее всего. И С тут не нужен. Да где, блин, стрелок-то? Ё-моё. Тут вот невнимательность моя. Вот он, стрелок, вместо ярости. И С тоже здесь не нужен. А нужен здесь кто? Хрен его знает, кто здесь нужен вообще. Если С не нужен, скорее всего... Ну что, скорее всего? Гром? Че, поехали? Попробуем. Так, Химера тут у него... Нифига, у него робот, у него два танка здесь. Два. Блин, пиратка, это еще не в тему вообще. Будем честны. Но у него нет заклинаний. А это очень круто. Ну что ты идешь, как зелебоба? Смотри, какой толстый, а? Так, он еще этого робота сюда выпустил, а? Паршивого. Так, он имеет массовую атаку. Хорошо, что у меня стрелок отталкивает их. Угу, пиратка получила в лоб пулю. Сейчас Химера вызовет, 100% тебе говорю. Сразу очко подсел, да? Вот так вот. Давай, пиратушка, выходи. Опа, вышел великаша. Да, он быстро тут, конечно, разбирается. С моими бойцами. Ну, бочку бросим, все, друзья. С легендарными картами здесь вообще легкотня. Они очень дорого стоят по энергии, но они себя не оправдывают здесь, поэтому... Отдуплился, короче, чувачок. Так, рам и кислота. Ну и последняя, заключительная на сегодня миссия, 200-я. Ой-ой-ой-ой, вот это самое пройти. Ну-ка, поменять дадут? Ху, лучше вот это пускай будет, чем те. Там видел паладин 7-го уровня, я его заколебаюсь бомбить, а здесь... Так, вспомни бы, что у нас тут-то за колода рулит. Так, у него есть легендарки, причем две. А здесь, по-моему, та же самая колода. Нет, нифига, тут у него... Я не помню, если честно. Тут надо все вот так вот, ребят, спонтанненько, так скажем. Опа, он вызвал скорпиона.
Блин, плюс пиратку позвал. Кислота. Срочно выпускаем кислоту, ребята. Окей. Блин, химера. Приперлась. Вот кто ее звал? Ну. Твою, блин, дивизию. Да быстрее. Он еще и выжил, я удивлен, ребята. О, нет, 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 нет. А этот сейчас будет бомбить. Ребята, будет бомбить и оглушать. Вот в чем вся проблема-то. Давай, 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 стреляй. Так, пиратку там наказали. Нужен стрелок мне здесь. Вот, теперь будет попроще нам. Ты видишь где-нибудь попроще, чтобы нам было? Я не вижу, ребят, никакой простоты. Всю армию почти уничтожил мне, гаденыш. Что там у тебя повылазило? Я не могу понять. Там пиратка, кто-то еще? А, незамедленные, да? В плане, я не понял. Сейчас что было? Это этот, что ли, меня бомбит? Этот оглушенный стоит и дергается. Ты смотри, что происходит, ребята. Ты смотри, что делают. Давай два стрелка поставим с тобой. Пускай они бомбят. Это что-то... Все. Фух. Сделали. Открываем. Так, монетки. Это понятно, опыт. Скорпион, мясник. Черная борода. И последняя — это фея. Да. Ну что, ребята, ящики я могу взять? Могу. Забираем ящик. Опа, эпический. Гроза. Выжигатель. Плюс охотница. Паровой человек. Магическая сфера. Спасибо большое, хоть дали мне пиратку прокачать. Насколько? По-моему, на 3 уровня, если я не ошибаюсь. Скоро разблокируется. Ё-моё, вот этих я еще вообще ни разу не видел, ребята. Вот этих вот. Так, ну что, давай мы с тобой прокачаем нашу пиратку. Она заслужила. Да, ребята, она заслужила получить 3 уровень. Наносит дополнительный урон призывателю. Атаки иногда отбрасывают и оглушают всех врагов в ближнем бою. Вот почему, ребята, она рулит на 10 уровне. Вот так вот. Так, еще у меня скорпион. Да, прокачивается до 18 уровня. Это классно. И больше, по-моему, у нас тут нету, да? Хотя вот этот... Я, ребят, не знаю, что он делает. Плюс 50 дополнительной скорости атаки, пока здоровье ниже 50%. Ну, то есть, ну, он такой. Это же боец. А, это танк. Для танка он слабый. Не катит. Я бы еще вот этого бы хотел прокачать. И, конечно же, нашего Спартакуса. Было бы вообще идеально. Так, ну что, дорогие друзья. На сегодня, пожалуй, мы будем закругляться. Повоевали, я думаю, неплохо. Жалко, конечно, что практически одинаковые соперники, но это не моя вина. Это вот так вот игра делает. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.